Всем привет! Сегодня у нас на разборе такой проект, как Alceda. Alceda хочет создать экосистему, которая будет внедрять технологию блокчейн в повседневную жизнь. Это сделает криптовалюту доступным и годным к употреблению для каждого вокруг. Также Alceda стремится к широкому принятию именно своих токенов, ну и, конечно же, других криптовалют. Чтобы достичь этих целей, проект Alceda начинает строить свою сеть, которая называется Alceda Points. В нее будет входить такое, как Alceda Point, также Alceda Token, ну и Alceda кошелек. То есть Alceda Point — это можно будет любой точке покупать и продавать и обменивать валюты с помощью профессиональных консультантов. Alceda Token, токен Alce, будет являться важной частью экосистемы, так как это средство для обработки услуг и программных вознаграждений. Ну и кошелек — это собственный кошелек проекта. Там можно будет покупать, продавать, обменивать и электронно передавать и свои криптовалюты. Также у них будет инвестиционный план, Alceda карта и криптомашина. То есть инвестиционный план — это тоже составляющая. Не в каждом проекте можно инвестировать средства на срок, и также получать можно будет процент. Alceda карта — это данная функция позволит клиентам быстро и легко покупать или продавать криптовалюты в банкоматах и POS терминалах Alceda. Ну и криптомашина — это обычные банкоматы, они будут поддерживать хорошо известные криптобанкоматы, и также они собираются построить эту сеть в Германии. То есть они хотят полностью упростить все действия с криптовалютой, чтобы обычные люди могли пользоваться ей, рассчитываться, снимать через банкоматы, ну и многое другое. То есть просто простыми словами, если сказать, то они упростят все, что связано с криптовалютой, чтобы обычные люди, такие как я и вы, могли пользоваться ей. Также, чем хороша вообще Alceda карта и что можно будет делать? Ну, эти карты будут оснащены встроенным чипом МФС и могут быть использованы в их банкоматах, да? То есть вы сможете легко покупать или продавать криптовалюту с помощью данной карты. Кроме того, это будет способствовать вообще распространению и принятию их и токенов, и других криптовалют. Нет никаких сложных там регистраций на бирже, все это продажа, обмен и так далее. Здесь будет все легко. То есть вы вставляете карту в банкомат и забираете. Это будет ограничена их карта, их всего будет 1000 штук. Поэтому поторопитесь, при покупке 10 тысяч токенов вы получите данную карту. Ну и кошелек тоже будет очень удобно, то есть здесь вы можете обменивать свою криптовалюту, то есть, допустим, вы сможете обменять свои токены Alceda на эфир, да, или на биток. Далее они внедрят и другие криптовалюты, то есть и на них можно будет обменять, ну, пока вот эти вот основные. Также на данном этапе проект проводит свое ICO. Всего у нас токенов 100 миллионов, да. Токены будут на ERC-20, на эфириуме. Хардкап они установили в 40 миллионов токенов. То есть есть три этапа продаж. Вообще продажи у нас начались еще с 1 декабря по 31 января. Тогда скидка была 50% и цена токена была 20 евроцентов. Далее у нас идет с 1 февраля по 31 марта. И цена токена у нас 30 евроцентов. Ну и третий этап, который продлится до 31 мая. И цена токена у нас будет 40 евроцентов. И здесь не будет никаких бонусов. Поэтому, если вы хотите прикупить, то лучше сделать это до 1 апреля, когда имеются хорошие бонусы и цена токена не такая
Большая. Также давайте посмотрим, как будут распределены средства, собранные с ICO. 40% пойдет у нас на разработку проекта, 30% пойдет на маркетинг, 20% будут зарезервированы, 5% это пойдет партнерам и 5% на легализацию проекта. Далее, дорожная карта проекта. Дорожная карта у нас начинается с 2017 года. Тогда им приходит в голову эта идея, да, и они начинают ее потихонечку разрабатывать. В начале 2019 они сделают кошелек. Также во втором квартале они обещают, что выйдут на бирже. Ну и в третьем квартале они хотят уже сделать банкоматы, да, и поставить их, и открыть несколько франшиз. Также white paper, к сожалению, на русском нет. Есть английский, немецкий. Немецкий, так как команда из Германии, поэтому, конечно, есть немецкий. Ну, я оставлю ссылочку вам на английский. Далее, команда проекта. Как мы видим, на сайте нет почти никакой информации о их биографии, но у каждого, посмотрите, есть несколько ссылок на их соцсети, Facebook, Twitter, LinkedIn. Поэтому обязательно переходите и изучайте их биографию. Там можно посмотреть, чем они занимались, в какой области работали, чего достигли, ну и так далее. Обязательно переходите и изучайте биографию. По моему мнению, у проекта очень светлая идея, и уже давно кто-то должен был ей заняться, поэтому я советую вам обратить внимание на данный проект. В описании к видео я оставлю ссылочки на их сайт, на их white paper, на их соцсети. Обязательно заходите, все изучайте и уже самостоятельно принимайте решение, стоит инвестировать в данный проект или нет. На этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!